Кефир, автор двух мячей в ворота Тоттенхэма. Но самое любопытное, что на нарушение против Давида Женала не отреагировал Грэм Балдер, хотя это было его буквально вот на глазах. А удалил Бена Тачера. А в это время Юрген Клинсман. Прошло всего-то две минуты всего лишь после удаления Тачера, как Клинсман выводит Тоттенхэм вперед. 54-я минута. Тачер был удален на 52-й. Кристиан Гросс. И рядом с ним Крис Хьютон. Тот самый Крис Хьютон, который сегодня в 2009 году работает с Ньюкасл Юнайтед. Он играл, ирландский футболист, в прошлом играл и за сборную Ирландии, и за, потом в клубах за Тоттенхэм Хотспур и за Ньюкасл. А сейчас мы видим ошибка защитников Тоттенхэма, прорыв Клинсмана. Ну, здесь Клинсмана не остановить, практически невозможно его остановить.